Крепкий дом начинается с прочного фундамента, а красивый дизайн – с правильной постановки задач. Поэтому важно не торопиться при выборе специалиста, который будет работать над созданием красоты и комфорта в вашем доме или офисе. То, что работа дизайнера – это недорого и необходимо для экономии времени и денег, решили рассказать представители Сочинского отделения Союза дизайнеров России в формате акции. Местом проведения Дня дизайна был выбран торговый центр «Арин». Мы считаем, что дизайн – это самое народное, самое популярное искусство, и оно должно быть ближе к потребителям. Вот самым удобным местом для такого контакта являются большие центры торговые. Интерьер – это очень сложный организм, может быть сопоставимый с человеческим организмом. Поэтому для того, чтобы правильно его организовать, чтобы у вас потом было чувство удовлетворения при общении с этим пространством, обязательно нужен такой уникальный специалист дизайнер. На этой площадке собрались лучшие профессиональные дизайнеры интерьеров с большим опытом работы. Они знают, в каком стиле спланировать помещение, какую предложить мебель и декоративные элементы и какой нужен свет. Дизайнеры представили свои портфолио, бесплатно провели консультации и были готовы ответить на любые вопросы. Самый первый вопрос, который возникает, это функциональное назначение этого помещения. Если это жилое помещение, то кто планирует проживать? Или человек, может быть, планирует себе приобрести квартиру просто под отдых, летний отдых? И третий вопрос, который мы задаем уже людям, которые пришли сюда, это, естественно, стилевое направление и красота. Что они под этим подразумевают? Для гостей мероприятия организаторы подготовили развлекательную программу с сюрпризами и выставку интерьерных картин, выполненных в различных техниках членами Союза дизайнеров России. Организаторы акции намерены сделать такое мероприятие традиционным и чаще проводить бесплатные консультации для потенциальных клиентов. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.